Привет, солнышко, с тобой сегодня я, Дора Секрет. И сегодня мы будем делать всякие рецептики. Я их сделаю, а вы будете повторять за мной. Ну что ж, наверное, начнем. Берем картошку и с сосиски. Смешиваем, и у нас получается вот такая вот красотища. Потом мы берем картошку. Так. Мы берем картошку и лук. Нам нужен лук. Угу. У нас получается картошка с луком. Я не буду долго говорить, я просто буду говорить, что смешивать. Мы берем капусту и курицу. Так, потом, что нам нужно взять? Нам нужно взять макароны, курицу, макароны с курицей. Хлеб для бургера и помидор. И получается вот такой вот бургер. Сыр, картошка, курица, нет, что-то не пошло, что-то я неправильно сделала, что-то. Так, ну, вот макароны. Мы берем макароны. Еще нам нужно взять рыбу. Что я чуть-чуть приболела. Вот. Так, нам нужно взять курицу и вот такой вот хлеб. И у нас получается бутерброд. Мы берем опять же этот же хлеб и берем вот это мясо теперь. И у нас тоже получается бутерброд. Вот. Ну что ж, нам сейчас нужно взять булку для бургера и сыр. Получается вот такой вот бургер. Но у нас тут я забыла взять сахар, рис, сахар, конфеты. Так что мы сейчас идем в дом, чтобы взять это все. Так, мы берем коробки, чтобы внутри поставить это все. Сейчас мы берем вот так вот сахар, ставим коробку, пока не наполнится. Вот, все, теперь нам нужно взять конфеты. Если что, будет вторая часть. Это первая часть, и еще будет вторая часть, где еще больше рецептиков. И там особенно сладости будут. Там пироги, тортики еще. Вот. Ну, сладости, да, что-то такое будет. Вот. У меня уже дома просто мест нету. Вот. Я, короче, сейчас хочу выкинуть. Нет, не получается, знаешь. Так, выкинули. Так, теперь нам нужно тут взять креветки. Берем креветки, чтобы мы делали суши.
Вот. А соусы я не буду никакие добавлять. Если вы хотите какие-то соусы, можете уже добавлять. Но я буду добавлять только... Ну, я буду только делать эти рецепты, а соусы добавлять я не буду. Так, теперь нам нужно взять яйцо тоже для соуса. Соус? Или как это называется? Короче, для суши, суш. Я не знаю, как это называется, пишите в комментариях, это все уже. Вот. А, так, теперь... идем. Опять же, чтобы делать всякие вкусненькие рецептики. Так. Сейчас место освободим, чтобы так, чтобы поставить вот эти все блюда, вот это, ну, там рис, сахар, вот это вот все, да. А вот так, у нас еда осталась нашей подруги. Берем ее. Вот так вот. Так, еще нам по-моему я дала яйцо, по-моему, нари. А где нари? Тут нет нари. Да уж, конечно, тут нету нари. Ладно, мы найдем потом ее. Так, теперь нам нужно взять рис и креветки. У нас получаются вот такие вот суши. Потом мы берем рис и берем рыбу. У нас опять же получаются вот такие вот другие чуть-чуть суши. Потом мы берем рис и берем огурец. И у нас получаются не суши, а роллы. Вот так вот. Так, потом мы берем сахар и берем... голубику нам нужно взять. Кошмар, почему я не могу взять голубику? Вот. Мы взяли голубику, и у нас получается вот такой вот вкуснейший торт. Мне аж хочется уже покушать этот торт. Вот. Потом мы берем сахар и конфеты, и у нас получается вот такой вот тортик, и на ней можно поставить свечи, чтобы покрасивее, да, было. Вот. Потом, что нам нужно делать? Потом мы берем макароны и берем тофу. Получается, макароны с тофу. Ну, логично, да? Берем макароны и берем креветки. И у нас получаются макароны с креветками. Вот. Кстати, хочу сказать, что вторая часть... где я вам покажу, как делаются рецепты. Вторая часть, то есть, будет завтра. Вот. Ну, наверное, завтра, послезавтра. Что-то мы не то мы и смешали, кажется, но ничего. Так, ну, берем капусту. Слушайте, ребят, нам нужно пойти в магазин. Взять оттуда масло, это или сыр, я даже не знаю, но, по-моему, это масло, да? Вот, мы берем отсюда масло для нашего рецепта. О, тут яичница есть, но я не буду ее покупать. Так, смешаем капусту и это масло, и у нас получилось вот такое вот блюдо. Мы сейчас пойдем опять же на свалку, чтобы поставить это блюдо там. Да, конечно, нелогично вообще. Делаем блюдо на свалке. Ну, ладно, ничего. Так, ставим наше блюдо. Где же нари? Я не поняла. А, слушайте, я забыла, что она же на свалке. Вот же наша яичница. Так, она очень похожа на этот рецепт, но она чуть-чуть другая. То, что мы сейчас делали только что с маслом и капустой. Мы берем яйцо и мы берем рис, и получается у нас вот такое вот
Суши вот такие вот у нас получаются. Так, ставим эти суши туда. Вот. И теперь я думаю, у нас видео все-таки уже подходит к концу, я думаю. Я уже сказала, что вторая часть видео будет завтра. Пока-пока или послезавтра.